Короче, Киров. Как новости, только душевнее. Поехали. В Кирове появилась изба русского севера. То есть сначала появились просто ворота русского севера, теперь уже целая изба. Я вам так скажу, а неплохо русский север регенерирует. В сквере на площади Лепсе залили лестничный марш. И, как водится, слезами. Ну и, наконец, из-за бюрократии жители Вятских Полян передвигаются по улицам на ощупь. Но это первый случай, когда никакого недовольства. Наоборот, у жителей Полян вторая молодость. Пока идешь домой на ощупь, раза три с демографическим кризисом поборешься. Короче, Киров, новости, в которых бюрократия несет любовь.